Принесла два ведра сыворотки от соседей, которые держат коровы. Вот, котята у меня обрадовались. Сейчас пойду поить поросёшек сывороткой. Из блюдечка-то что не пьете? Вот надо с ведра. Вот какие котята. Вот как вкусно, да, Чапочка? Вкусно? Ой, оторваться не может прямо. Не может оторваться, как вкусно, девочки. Сыворотку лупит она. Ну чего, пьете? Давай, пейте, пейте. Вот как они хлебают, довольные. Пейте, пейте, малышки, растите большие. Полезно, вкусно, мои хорошки. Вот, чищу загончики у поросяток. Поросятки бегают. Беляшек, ты куда спрятался? Иди сюда к нам. Вот бегают из загона в загон. У кого интереснее, у кого вкуснее. Чуня кушает у Чапы. Вот Чапа у меня самая хорошая, самая красивая, чистоплотная такая девочка вообще. Вообще беспроблемная. Она и ласковая. Еду приносишь, она отходит в сторонку, ждет, пока положу. Только положишь, тогда подойдет, уже будет кушать. А эти вот прямо сносят меня с ног, готовы сбить. Жрать давай, жрать давай. Беляш, куда убежал? Иди сюда, иди к нам, Беляшик. Он убежал, да, убежал. Иди-ка я тебя поглажу. Иди, моя птичка. Вот она такая хорошая. Иди, моя птичка. Иди, моя лапочка. Ой, такая ласковая, так она уж вообще не кусается. Да моя красотулька. Вот такая, вот такая. Такая ты девочка, да. Такая красавица. Да моя ласточка. Ласточка. Вот, вот как она, вот как она. Вытягивается вся сразу. Малюшка моя. Вот какая хорошая. Красотулька. Очень ласковая поросюшка. Да моя девочка. Сейчас вам тут все опилочком подзасыплю. Чё, Чапа, ты такая, твой Чуня. Ты вот настоящая Чуня, Чучундра, грязавка. Посмотри, какая ты грязная. Какая Чапочка красивая, чистенькая, беленькая. Чё, корыто их, наверное, достала тут. Сейчас я все это уберу уже. Кашу не доели. Ох они, зверюги, не доели. Я соберу, корыто намою. Ё, мои хорошие. Беляшик, иди к нам. Куда убежал? Вот, все чего-то тут роются, чего-то копаются. Маленько вас тут в порядочек привести. Больно вы уж тут грязные. А что-то у тебя тут синяк какой-то, ссадина. А, Чапочка, где ты так ушиблась-то? Да он пришел, вас напугал. Да, идите ко мне. Идите, мои маленькие, иди, Чапы. Чуня моя. Ты моя Чуня, тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Кусачая, кусачая. Дай-ка причешу тебя маленько. На. Беляш-то вот самый грязный. Самый грязный. Иди, иди, моя ласточка, иди. О, мои хорошие. Где-то ты ушиблась так у меня, а? Лапусечка. Эй, ты! Морда поскакал. Наш инкубатор. Сейчас переворачиваю яички. При открывании, конечно, температура падает. Сразу упала, было 37,4. Стало 36,6. Прям как у меня. Утки вот. Нанесли много. Положили, конечно, и куриные, тут и утиные. Но куриные-то быстрее, конечно, вылупятся. Их срок сиживания у всех разный. Ну, посмотрим, что-то да навылупляется. Курицы что-то вообще плохо несутся. Только наши северные несутся. А местные две у нас
Пеструшки не хотят ничего нести. Абсолютно. Вот будем ждать, что у нас там. Кошка захотела стекло. Чтобы влажность там поддерживалась, там стоит емкость с водой. Поэтому запотевает. А без влажности яйца просто высохнут. Рассада у меня растет понемножку. Вот помидорки уже стали похожи на помидорки. Еще сегодня не поливала. Сейчас все полью. Начали выклевываться баклажаны. Вот они выходят. Вот что-то у нас уже появляется. Тоже вот уже помидорки некоторые совсем большенькие. Скоро уже тепло настанет, пойдут они в огород. А вот это баклажанчики вот выклевываются. Все переживала, что не выйдут. Но выходят, слава богу, не везде, конечно. Тут что-то вообще не алло. Тишина. Только сорняки. А где-то и по два сразу вылезают. Садила везде по два семечка. Вот, по два и вылезает. Ну, посмотрим, что тогда нарастет. Все это рассадить. И, в принципе, мне этих баклажанов хватит. То, что есть. Это уже такие перчики большие. Перчики везде их. И на веранду вынесла, и везде. Вот все по росту разные. Может, какие-то быстрее вышли, какие-то позднее. Какие-то вообще не вышли. Причем они вышли -то только свежие семена. Старые-то как раз все вышли, просроченные. Такие вот уже перчики. Ну, этот год у нас, конечно, более экспериментальный. Посмотрим, что вырастет. Что тогда вырастет. Главное поливать и ухаживать. В любви и заботе все вырастет. Здесь у меня посажено дополнительно для друзей. Перчики вылезают потихоньку. Вылезают, вылезают. Даже баклажан проклюнулся. Удивительно. Вместе с перцами. Вот такие перчики у меня уже. Не везде у меня, по всем окнам. То тут, то там. Вот эти вроде как по высоте практически одинаковые. Здесь посажен физалис, но пока еще не проклюнулось ни одно семечко. И здесь вот тоже дополнительно у меня подсажены помидорки. Ну, тут сажал, мне помогал Андрей, поэтому тут чистокол, конечно. Вот, листики настоящие начнут выпускать. На 2-3 листа выйдут, я их рассажу все. Здесь посажены баклажаны. Ну, еще пока сидят. Эти бедолаги, я их таскаю туда-сюда. Надо сделать подвесные кольца и повесить эти цветки. Опора кактусу, он у меня всегда был в подвешенном состоянии. Надо бы его вообще пересадить. Бедный намучился, настрадался у меня. Вот, посажу, потом летом на улицу повыношу. Может, в этом году и зацветет. Очень красивый, когда вот он растет. Тут вот он просто после переезда весь такой. Не может в себя прийти, бедолашка. Это традисканция мне Галя Фоменко дала. Такая вот она так разрастается быстро. Такая шикарная будет вообще. Красота. Красавец хлорофитум. Вот он как у меня весь разросся.
Тоже мне Галюня Фоменко подарила. Ну, шикарный, конечно. Тоже бедный стоял на комоде. А я на комоде белье глажу. Туда-сюда его телепала. Переставляла вечно с места на место. Ну, тут окно освободила. Вот теперь будет тут стоять. Красавчик мой. Вот еще один хлорофитум. Только уже кучерявый. Тоже от Гали Фоменко к нам приехал. Здесь вот в этом горшочке у меня начали вылезать колиусы. Немножко-немножко начали вылезать. Радует меня уже. Надеюсь, что примутся, приживутся. Колиусы это вообще я очень люблю. Красиво. И на улицу потом пойдут в цветник, чтобы разбавить зелень.